Здравствуйте, друзья! Немножко похвастаюсь своей рассадой. Все сейчас выращивают, ну и я тоже. Я не профессионально выращиваю, я даже не буду ничего много рассказывать, потому что есть каналы, на которых просто изумительно рассказывают о выращивании, так все это здорово и профессионально. Я просто покажу, что и я не хуже всех. Так, вот это баклажанчики, им как раз сейчас где-то месяц от роду, то есть с момента посева. Вот они у меня такие. На улице начало апреля, и у нас выпал снег. Это, конечно, что-то с чем-то. Но как есть, так есть. Вот. И еще у меня есть помидоры. Помидоры, которые на 2 недели младше. То есть им где-то сейчас 2 недели. Я так показываю, потому что, как всегда, я ставлю фольгу напротив окна. Окно у меня северное. И чтобы им побольше было света, я вот так вот ставлю фольгу напротив окна. Ну вот, похвасталась. Ну и на этом пока-пока. До следующего раза.